Именно недавние лесные пожары и стали одной из причин увольнения главы администрации Городищенского района Тимура Курдюкова, который занимал назначаемую должность сити-менеджера. Решение о расторжении контракта с ним принял руководитель Городищенского муниципального образования Николай Львов. Однако местный суд это распоряжение приостановил. Идут разбирательства. Сити-менеджер Тимур Курдюков был утвержден на должность районной думы месяц назад. Но, по словам главы муниципального образования Николая Львова, свои обязанности Курдюков выполнял неэффективно. От жителей поступало много жалоб на нерешенные проблемы в сфере ЖКХ, будь то уборка мусора или перебои с водой. Воды как не было, так и нет. Я живу на 5-м этаже, воды нет вообще, холодные, только в час ночи. Может быть, тоненькая строечка, горячей воды нет уже, где-то числа с 15 апреля. И вы знаете, никого наши проблемы, я так понимаю, на сегодняшний день не волнуют. И никто не собирается реагировать. Я живу в поселке здесь очень давно. Последнее время наш поселок стал более замусорен. Конечно, это зависит от проживающих здесь, но и зависит от того, насколько четко работают службы, у которых есть полномочия по, уборке мусора, его вывозу, утилизации. Еще одной из причин отставки сити-менеджера Николай Львов назвал недавние пожары, которые угрожали поселку Каменный Буерак. По мнению главы района, во время чрезвычайной ситуации Тимур Курдюков не предпринял серьезных мер по ее ликвидации, что тоже стало веским аргументом для его увольнения. Мною принято решение об увольнении главы администрации Городищенского муниципального района по статье 278 пункт 2 в связи с чрезвычайной ситуацией в Городищенском муниципальном районе. Это пожары, это задолженность по газу, это также замусоренность Городищенского муниципального района.